Ну что, друзья, у нас есть новость. Нам не дали президентский грант, да? Ну, как бы, считаем, ничего страшного. Переживем. Конечно, убери попсу. И сейчас мы потихонечку, наверное, будем все-таки начинать строить вольеры. Хонди, рысь и астану. Вопрос с бассейном у младших детей мы пока решаем. Так, потому что у Камри эпилепсия, и если у нее случится приступ в бассейне, она просто утонет. Ай, и мы ничего не успеем сделать. Поэтому пока вот так вот. Включаем водичку, набираем лужу и... Котики плюхаются в лужу. Умри. Конечно, не могу сказать, что это решение, которое нам всем нравится, но пока обычно в голову просто не приходит на самом деле. Это ей очень опасно. Бассейн. Хоть поливать телефон. Спасибо.
Mm-hmm.